хроники пандемии. Суточное число новых случаев COVID-19 сегодня приблизилось к 10 тысячам. Правительство решило повременить с полным локдауном, ограничиться ужесточением карантина и подготовкой больниц к еще большему количеству пациентов. Что закроют, Инна Мазуркевич расскажет. 9850 новых случаев – это статистика от Минздрава за прошлые сутки. Ежесуточный прирост увеличивается с каждым днем. Накануне количество больных впервые перевалило за 9 тысяч. Увеличивается и количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. 193 человека не смогли преодолеть недуг. Впрочем, есть и обнадеживающая статистика. Количество выздоровевших тоже стремительно увеличивается. За минувшие сутки имеем 8378 украинцев. Виходячи з того, яка кількість хворіє, яка кількість кожного дня потрапляє, в тому числі в лікарні, зараз, як ніколи, нам потрібно дотримання правил, які встановлені Міністерством охорони здоров'я. Саме сложна ситуація в Харківській області. Там почти 800 нових случаїв за сутки і дефіцит практично всього – врачей, коек і средств індивідуальної защити. Не менее оптимистичная ситуация в Киеве. Почти 1000 заболевших. Минздраве уверены, украинцы сами виноваты в росте уровня заболеваемости. Больше всего нарушений наблюдается в общественном транспорте. Мало того, что пассажиры не все в масках, так и сами маршрутные такси и метро, вопреки ограничениям, переполнены. Ужесточение наказания за несоблюдение карантинных правил частично решит проблему. В Минздраве ждут от народных депутатов принятия законопроекта, который усиливает наказание за нарушение масочного режима в общественных местах от 170 до 255 гривен. Более того, в Украине собираются ввести карантин выходного дня. А еще в планах запрет деятельности фудкортов и детских развлекательных зон в ТРЦ. Нельзя будет проводить и массовые мероприятия. Также предусмотрено ограничение работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов. Мы подивились аналитику в европейских регионах и пропонуем в червоних рівнях эпидемической небезпеки дозволити працювати магазинам, але в термін з 7 до 8 вечора и при этом, чтобы кількість відвідувачів була не більше, ніж на 1 на 20 метрів квадратних. Пока что вводить локдаун власти не планируют. Уверены, адаптивный карантин, который действует сейчас, работает, а жесткий, по примеру европейских стран, объявлять не собираются. Украинская экономика не має терпіти від тотального локдауну. Дуже добре себе виправдовує наш адаптивний локальний карантин. Питання сьогодні більше до свідомості людей. Ми зараз багато працюємо над соціальними роликами, ми багато хочемо працювати з суспільством для того, щоб люди використовували маски. По прогнозам прем'єр-міністра, кількість заболівших за день к концу года може возрасти до 20 тисяч. Поэтому в столице и в регионах начали работу над подготовкой мобильных госпиталей, которые могут вместить от 500 до 1000 коек. Инна Мазуркевич, Киев, Харьков. Твой дом.